28 июля 1904 года в Санкт-Петербурге был убит министр внутренних дел Вячеслав Плеве. Поводом для убийства послужили еврейские погромы в Кишиневе в апреле 1903 года. Революционные партии России возложили вину на Плеве. Его противники утверждали, что он сознательно потакал антисемитам, считая настроение в среде еврейской молодежи потенциально опасным для государства. Организацией убийства занималась боевая организация эсеров. Операция получила название «Поход на Плеве». Ею руководил Евна Азов, который на протяжении многих лет был секретным сотрудником департамента полиции. Таким образом, система тайной агентуры, придуманная Плеве, в итоге сработала против него. Утром 28 июля 1904 года Плеве выехал на Варшавский вокзал. Он должен был поездом отправиться в Царское село для доклада государю. Когда карета поравнялась с площадью Варшавского вокзала, эсеровский боевик Сазонов бросил в нее бомбу. Министр был убит на месте.